Храму на стрелке быть сегодня однозначно заявил глава Красноярской епархии митрополит Пантелейман. Напомним, группа красноярских архитекторов выступила против строительства собора на берегу Енисея. Специалисты сошлись во мнении, на этом месте вообще ничего нельзя строить, поскольку там слишком нестабильный грунт. Поддержали архитекторов и красноярцы, у которых, по сути, отбирают хорошее место для прогулок. Поэтому неудивительно, что большинство в интернете проголосовали против церкви. Сегодня митрополит Пантелейман высказался по этому поводу и даже привел контраргументы других архитекторов, которые считают, построить можно где угодно и что угодно. А церковь, по словам епархии, сможет выдержать и наводнение. Предлагают места где-нибудь на свалке, там, где нет людей, а храм для человека. Для человека. Он должен быть, как теперь говорят, в шаговой доступности. Сегодня все можно построить. В морях, океанах ставят платформы, добывают нефть и газ. Поэтому и на этом месте храм может существовать и будет стоять, и его будут любить. А накануне тему активно обсуждали в программе «Метро» авторитетного радио в прямом и, можно сказать, горячем эфире сошлись ведущий Владимир Перекоти и священник Петр Боев. Дискуссия получилась эмоциональной, но при этом весьма аргументированной. Петр Боев, как и полагается, отстаивал интересы церкви. По его мнению, красноярцы должны проголосовать за строительство кафедрального собора на Стрелке, который не помешает прогуливаться горожанам. В противном случае на этом месте может появиться торговый или бизнес-центр. С понедельника по четверг самые жаркие споры на злободневные темы в эфире программы «Метро» авторитетного радио в 17:10.